97-й маршрут оставил цену билета без изменений. Но, как объясняет водитель ОРЭГ, это ненадолго. Увеличение стоимости коммунальных услуг, проезда в общественном транспорте, вообще рост цен, он называет цепочкой подорожания. И его маршрутка всего лишь звено в этой цепи. Деваться тем, во-первых, мне некуда будет. И во-вторых, я же говорю, эта цепочка такая, что коснется всякое. Если не сегодня, если мы можем потерпеть, там, скажем, неделю, может, значит, полмесяца, ну, дальше-то уж невозможно будет. На многих других маршрутах цена билета уже 20 рублей. Столь резкое, хоть и проанонсированное ранее, а значит, ожидаемое подорожание, конечно же, никому не понравилось. Да 15 уже неадекватная цена за одну поездку. Вот, ну, допустим, ладно, хорошо, понижим, из конца в конец, да, вот 2-3 остановки проехать, и бывает работа такая, что разъездная, вот, то это, ну, никуда не лезет. Многих беспокоит закономерный вопрос – почему? Бензин, насколько я понимаю, не подорожал, поскольку я езжу постоянно. Поэтому, мне кажется, это какой-то, причем такой скачок, там, на 5 рублей, раньше все там рубль, два, все равно менялось как-то более плавно. А сейчас на 5 рублей непонятно. При этом автопарк, он, видите, весь такой разрушенный и убитый. Условия те же самые, за что подняли. Вообще непонятно. Но в целом нижегородцы восприняли это событие спокойно. Дело, мол, житейское. Ну а чего, идти на площадь, поставать? На все повышают цены, тут уже бороться бесполезно, приходится жить в тех условиях, которые есть. А те, кто разбирается в экономике, даже нашли приемлемое объяснение происходящему, и оно совпадает с официальным. Деньги в первую очередь нужны на увеличение зарплаты работников автопарков и замену подвижного состава. Иначе вы развалите весь транспорт, в городе просто его не будет, как было в старые былые времена. Просто социального транспорта его не будет, понимаете? У нас получается так, что половина ездит просто бесплатно, а вторая половина за них платит. Так что это вызвано необходимостью. Цены на проездные вырастут в августе, но все существующие льготы останутся в силе. Кирилл Антоневич, Александр Поздняков, Михаил Городников. Объективно. ННТВ.